вечерний городок, зажглись фонари, какая-то своя такая прелесть необычная появилась. Вот смотрите, какие снежинки обнаружились на стене возле канала с фонтанчиками. У меня есть на видео днем эти фонтанчики. Вот такие они оказались ночью. О, вернее, ночью. Вечером. Улица, фонарь. Ну, аптека тоже есть, только дальше. Ну, так интересно. Почему снежинки? Ну, наверное, намек на то, что... Намек на то, что есть и такой сезон года, как зима. Ну, наверное, потому что красиво. Или иллюминация осталась еще с зимы. Почему бы не использовать? Интересно. А вот и кот в витрине. У меня он тоже есть. В дневном свете. Тогда у него не горели глаза. Теперь у него горят глаза. Вот такой интересный кот. Красиво. Нравится мне в Нидерландах большие окна. Без штор. Открытые, свободные. На окнах ставят какие-то вазы, вот как здесь видно. Или вот там вот. Или вот здесь вот тоже картина видна на столе. Красивая лампа. И вот просто не то, что там ты любопытный такой, но вот невольно просто смотришь на окна. Ну, как можно не посмотреть на этого кота, например. Ну, вот, конечно, днем не увидишь таких подсвечивающихся, подсвеченных фонтанчиков. Людей как-то нет вообще на улицах. Мне кажется, что я вообще их одна тут рассматриваю. Даже вот выложены такими плиточками мозаичными скамейки, то он как в вечернем свете интересно отсвечивает.